Здравствуйте! Мы продолжаем говорить об атаке звука. И сегодня это будет мягкая атака. Мягкая атака звука возникает при одновременном смыкании голосовых связок и началом выдоха. При мягкой атаке голос становится мягким, богатый обертонами, меньше устает, чем при твердой атаке. И вот первое упражнение. Зелены луга, зелены луга, зелены лины, лины, лины луга. Зелены луга, зелены луга, зелены лины, лины, лины луга. Зелены луга, зелены луга, зелены лины, лины, лины луга. Зелены луга, зелены луга, зелены лины, лины, лины луга. Зелены луга, зелены луга, зелены лины, лины, лины луга. Второе упражнение. Ульянушка, голубушка, моя милая. Ульянушка, голубушка, моя милая. Еще раз. Ульянушка, голубушка, моя милая. 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 Эти упражнения помогут вам добиться правильной мягкой атаки. Спасибо за внимание.